Препарат уничтожает болезнетворные грибы и бактерии. Ученые обнаружили эффективный природный антибиотик, способный бороться с устойчивостью бактерий и грибов к лекарствам. Открытие сделали сотрудники Тюменского государственного университета и ряда научно-исследовательских институтов страны. Вещество, как заявили исследователи, борется со многими инфекционными заболеваниями, которыми страдают люди и животные. Ученые отмечают, что такими особенностями обладает эмерицилепсин А. Его получают из гриба Эмериселлапсис алкалина. Эксперты отмечают, что средство воздействует универсально, позволяет убивать опухоли, грибные и бактериальные инфекции. Специалисты добавляют, что грибы и клетки опухолей уничтожаются с помощью разрушения мембраны клетки, а бактерии умирают из-за того, что препарат подавляет образование у них биопленок. Об этом рассказал ученый из ТюмГУ Евгений Рогожин. Исследователи отметили, что лекарство можно будет использовать не только как единственное средство в терапии, но в сочетании с другими. Ученые пишут, что антибиотик как вводится внутримышечно, так и поверхностно. Сейчас эксперты проводят дополнительные тестирования антибиотика, изучая его свойства.